За слово графики для логотипа я взяла использовала растительный орнамент в стиле барокко, но более облегченный. Цветность моего логотипа фиолетовая или же пурпурная. Пурпурный считался достаточно дорогим цветом, и могли его позволить себе только весьма обеспеченные люди. На бежевом фоне используется логотип. И в качестве дополнительного цвета, который используется в основном как для набора шрифта, для набора текста, такой зеленовато-коричневый цвет. Для магазина разработаны визитки. Визитки корпоративные и персональные. 90 на 50 миллиметров. Ручки, электронные носители информации для документации, бланки формата А4, папки для документации формата А4, конверты почтовые, именные вырезки. Также был разработан сайт формат landing page. На бежевом фоне, крупным планом логотип на главной странице, информация, кратенько, салон антиквариата «Антик» предоставляет большой выбор антиквариата, адрес, крупным планом телефон и имейл, если появляются вопросы. Далее идет страница, которая перечисляет, какую информацию предоставляет сайт. О нас, страница о самом магазине, о том, как он образовался, о том, что предмет антиквариат является весьма ценным предметом интерьера, это не только красиво, но еще и также ценное вложение, так как антиквариат с каждым годом увеличивается, стоимость антиквариата с каждым годом увеличивается. Далее идет каталог, где представлены часы, бронза, серебро, скульптура, зеркала, живопись, иконы, фотографии, украшения ювелирные, отдельно идут самовары достаточно распространены, услуги, предоставляемые салоном, оценка, комиссия, анализ, помощь в выборе антиквариата, помощь при подборе коллекции, дизайн проекта интерьера. Также магазин-салон приглашает к сотрудничеству дизайнеров, историков, оценщиков. И самая последняя страница – это ВКонтакте. Также в основном перечисляется адрес, номера телефонов, контакты электронной почты. Салон «Антик» в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, Гугл. И карта, как добраться до магазина. Главная страница представлена на экране на мониторе. Мобильная версия сайта. И знаки статичные, как выглядит знак при наведении, курсора и знак при активации. Также и с кнопками.
версии сайта есть для Android, есть для Apple. Кнопки прокрутки вверх-вниз перелистывать на одну полосу вверх. Вопрос традиционный. Почему это у вас на английском языке? Это латынь? Ой, латынь. А я не понял, в инструкции мы имеем претензии к английскому, латыни нет? А, ну извините, так всегда. Я же думал, только к английскому, а это, кажется, латынь. Кир, а почему для бейджа вот выбрали черную основу? Это не черная, она на самом деле темно-коричневато-зеленоватая. Пантон плохо отпечаталась. Вот как-то папка, вот конвертик, они как-то благополучно, визитка без черной рамочки, в общем, вполне себе хорошо прочувствовала. Черная рамочка я выделала просто белая визитка, белая сторона на белом фоне. Вкладыш с информацией вставляется в кармашек. Кармашек такого цвета. Ну, кармашек мог быть прозрачным, правда? Согласна. Про орнамент сзади буква подробно расскажите еще. Непонятно. Про орнамент сзади буква А. Это растительный орнамент, преобразованный из стиля барокко, более облегченная версия. Чтобы не перегружать знак, используются только контуры, а не внутренние исполнения нового. Видимо, Александр Константинович имеет в виду вообще связь этого орнамента, то, что он будет вероятно видеть. Потому что если я смотрю попытку вот одним закруглением образовать закругление правой нижней наклонной, а в левой почему-то по-другому. Хочу понять логику. Или это вот случайно вот засечка правая, правая. Это образует? Нет, правая, левая, засечка. В основном штрих А. Основной штрих, покажите пальчиком. Вот на синий. На синем, на большом, вот на фиолетовом. Вот там такое закругление, да? Вот, это засечка. Нет, засечка нижняя, А нет, у правого. Да. Вот, вот там орнамент как бы случайно вписан в сопряжение. А больше он как-то выскакивает произвольно из всяких частей этой буквы. Особенно вот тут, где тут вот я заметил. И сверху. Да везде выскакивают. Логику есть какая-то сопряжение? Связь пытается есть между... Конструкции букв. Да, вот и все. Просто мы орнаменты видим, а нас интересует, есть ли какая-то связь между буквой и орнаментом, потому что вроде бы... Буква А, она преобразована была из старофранцузского шрифта. Так, вы удовлетворен? Ну, в принципе, да. Все свои задумки. Но тем не менее, она
вышла достойно из этого положения. Человек умеет собираться достаточно активно и плодотворно. Чего наглядный результат, что мы все-таки видим результат всего проекта и на многих даже и на месяц. Кира, вам удачи и главное здоровье, дорогая. Беречь себя, вам характер.